озвучил Майкл Кинг. Судьба вселенной на твоих плечах. Так что запомни главное. Не вздумай нажать на эту кнопку. Я есть Грут. А, нажал-таки. Привет, мистер Грут. Жмакнул кнопку и тебе каюк. Настал звездец всем вокруг. Вот печаль. О чем ты думал? Тебе еще повезло, что тебя не прикончили. Ай, не говори. Эй, батарею брать будешь? Он что, сказал, что подарил наши батареи? Сказал, я тоже слышал. Я тоже. И я. А я вообще золотой. Эй, слушайте, позвольте объяснить. Мочи его. Окей, согласимся, что на этот раз ракета сам напросился, верно? Абсолютно согласна. Да, несомненно. Я есть Грут. Сколько долгих лет я искал тебя. А ты кто еще такой? Ну, я... Думал, моя безупречная фигура сама меня выдаст. Я твой отец, Питер. Чё? У тебя есть сын? Это просто чудесно! Надо всем рассказать! Питер, уже знаешь новость? Присоединяйся к нему, и вы будете править галактикой, как отец и сын. Притормози, это не то, чего я добиваюсь. Твою-то налево, Дарт Вейдер существует? Серьезно? Твое имя Шокер Фейс? Ты что это выходит, шокерами из своей рожи стреляешь? По правде говоря, так и есть. Да-да, это не метафора. Спи. Вам не кажется странным приглашать народ на свой корабль и сразу же ложиться спать? Вы все в страшной опасности! Он тут главный злодей, вам нужно валить! Чё? И летит, и летит по пути, выпиливая всех! Берегись ты стрелы! Вот срань! Вы яблочко, Фрэнк! Спасибо! Знаешь, сначала я хотел крикнуть «Вот они!», тем самым выдав свою позицию. Но как-то это не так звучало, и я тупо в него стрельнул. Да, вот и молодец! А то он наверняка бы нас мочканул из этого бунта и все такое. А то! Вот бы нам кирдык был бы! Ага, всем нам! На счастье, я оказался мне! Стой, Питер, притормози на секунду. Привет, маленький деревянный малыш. Чё это ты удумал делать рядом с моими мозгами? Я есть Грут. Ну, а потом я, конечно, победил и осуществил свой план терраформировать вселенную. И теперь я захватываю ее полностью. Фантастика. Молодца. В общем, лучше вам валить, ребятки. Чё? Что еще за... Кэп? Помните Аишу, ту золотую тёлку? Ах ты ж я! Мы с тобой попали, пацан! Да, вот будь у нас сейчас суперточное оружие, поражающее несколько целей одновременно. И дырявящий металл. Ты про чё, про лазеры? Я про твою грёбаную стрелу, чувак! Это самое! Это я понял! Я просто хотел знать, ты про неё говорил! Заткни свой синий рот и стреляй! Ну ладно, ладно, я пошёл! Поберегись ты, стрелы моей! Она несётся, выпиливая всех! Получилось как-то проще, чем я ожидал. Я есть Грут. Вы хоть понимаете, что творите? Ну и в общем, мы взорвали моего батю, так как он был психом и говнюком. И еще планетой. А я помогал!
И к тому же выжил. Эй, как делишки? Я Бэтмен. Хочешь узнать мой большой секрет? Спи. Ничего так фокус. Выходит, ты убил собственного отца? Да ты псих. Нет, это он был психом. К тому же, может, он и был моим отцом, но он не был моим папочкой. Звучит как-то совсем стрёмно. Да, до меня дошло. Прости. Пап? Слишком рано, пацан. Но всё ясно, ура, отцам и их детям. А у некоторых тут никогда и не было отца. Как и этот говорящий щеночек, я тоже не знал отца. Мой отец был знатным укротителем мамзелей, он часто рассказывал об этом. Снова здорово, в курсе мы, что твой отец был настоящим броненосцем-потёлком. У всех здесь своя драма с папашами. Мой отец собирается убить всех на этой планете. Ой, не говори. Сплюнь. Знаешь, у меня тоже было два отца, и если бы я мог, я бы попытался их спасти. Ты дал папе Кенту умереть в торнадо. Чувак! Я думал, ты спишь. Спал, но не переставал служить, потому что я Бэтмен. Я есть Грот. Я Бэтмен. Я есть Грот. Я Бэтмен. Ну вот опять. Я Мэри Поппинс, чё? О, нет. Я есть Грот. Я Бэтмен. Я Мэри Поппинс, чё? Я Бэтмен. Я Мэри Поппинс, чё? Я есть Грот. Я Бэтмен. Я есть Грот. Я Мэри Поппинс, чё? Я Бэтмен. Я есть Грот. Я Мэри Поппинс, чё? Кто-то звал меня? Твою-то налево. Мэри Поппинс настоящая? Мэри Поппинс это женщина? Звездный лорд в порядке, Йонду в порядке. Ведь все в итоге выжены, кроме Эго. Него! Его задницу они взорвали! Ваше святейшество, они опять встретились в кафе. Как типично, как предсказуемо. Когда они увидят мое создание, их драгоценное кафе превратится в пепел. Думаю, я назову свое создание Марта. И летит, и летит по пути, выпиливая всех. Берегись ты стрелы, стрелы моей. Выпиливает всех. Берегись ты стрелы, сосет ли голос, а Йонду красава. Перевел и озвучил Майкл Кинг по оригинальному скетчу How It Should Have Ended.